Антон Михайлович, я спросил, что с ним. На 100% мы это ждать пока не можем. Из больницы перезванивали? Да, минут 20 назад. Как Макс? Состояние стабильное, основная версия прежняя, отравление, видимо, пищевое. За ужином Макаров ел то же самое, что и остальные? Никак нет, товарищ папочка, он вообще ничего не ел, только компот. Проверка приехала. Я никакую проверку не вызывал. А их мэрия сюда направила, столовую проверить. Комиссию не пустили на территорию. Что значит не пустили? У нас все суворовцы едят фактически как бы из одного котла. Так что если бы что-то и было, мы получили бы не единичный случай, а коллективное отравление. Слушай, Сырников, ты в своем уме? То есть ты хочешь сказать то, что я отравил Макарова? А кто грозился? Сестричка, скажите, ему еще долго под камерой? Так я это... Пап, познакомься. Это Рита, моя девушка. Ну, извините, я... Варфарин, кумарин, зоокумарин. Одним словом, крысиный яд. Яд? Слушай меня сюда, ублюдок! Я не знаю, как ты это сделал, но я обязательно узнаю, слышишь? И я тебя этим же дерьмом лично из ложки накормлю! Лично! Понял? Он же только компот выпил, и все. Два компота. Почему два? Ему еще Леха дал все. Я с тобой нормально разговариваю. Нифига себе нормально, предъял мне тут кидаете. Он мне ничего плохого не сделал, девушку он у меня не уводил. Что это такое? Покажи. Пожалуйста. Только это фигня полная. Семечки? Обработанные зоокумарином. Ты в городе где-нибудь покупал семечки? Покупал, а что? Товарищ майор, я не помню, я тогда злой был, я мог сказать чего угодно. Так, ладно, пошли. Куда? Да я тут суворовца привел по поводу Макарова. Он семечками отравился. Как это? Ну, какая-то бабка полоумная, даже не знал, что продает сама. Макс, ты же меня опять обманул. Когда? Где? Почему ты сразу не сказал, что ты сын мэра? Ну что, это что-то меняет? Ничего себе! Это все меняет. Быть подругой сына мэра – это же круто. Да, в очередной раз облажались. Да, неудобно как-то перед Соболем. Че неудобно? Нефиг было орать на каждом углу. Отравлю, отравлю. Он, кстати, на каждом углу не орал. Так а я что, вы же на меня тоже наехали. Да ладно. Слава богу, хоть все разрешилось. Василюк уже Соболя к Матвею уводил. Да, ситуация. Ты чего вы все вздыхаете, как бабушки у подъезда? Давайте-ка лучше прикинем, что делать будем, а? А что делать, что делать? Как минимум извиниться надо. Точно, давайте все вместе толпой подойдем и извинимся. Думаешь, он простит? Простит, не простит, это уже второй вопрос. Леха прав, нам надо всем вместе подойти и извиниться перед ним. Где он сейчас? Он в умывальнике, форму чистит. Ну что, пошли? Пошли. Слышь, Кирюх, мы это извиниться пришли. За что? Ну как, сам понимаешь, мы же не знали. Кирюх, ну ты пойми, мы реально испугались за Макара. Ну просто так совпало. Ты искал, травлю, и тут такое. Угу. Да ладно, пацаны, я понимаю. Все испугались за Макарова. А вот за Соболева никто не испугался. Чего вам за него пугаться-то? Кто он для вас такой? Кирилл, ты зря это. Если бы ты оказался на месте Макарова... Да я бы с удовольствием бы оказался на месте Макарова, ясно?
Почему вы ко мне не подошли? Я бы вам все объяснил. Зачем вы сразу к Василюку поперлись? Вы хоть знаете, что меня к Матвееву повели? Знаю. А если бы на тот момент не выяснили, что у Макаров там каких-то семечек обожрался? Вы хоть представляете, где бы я сейчас был? Родаки мои. Представляете, что бы с ними было? Вообще кто-нибудь об этом думал? Так кому это нафиг надо? Кирилл, ну вот мы поэтому и подошли, чтобы извиниться. Ну подошли и подошли. И на том спасибо. Ну, так ты нас это прощаешь или как? Ладно, пацаны, проехали. Что было, то было. Фух, Кирюх, реально прости. Я же говорю, проехали. Только давайте на будущее договоримся. Да давайте с вами договоримся на будущее. Я к вам в друзья не набиваюсь. Если вдруг что, то давайте разруливать напрямую. Ведь все же можно решить по-человечески. Правда, Леха? Степ, а вы точно здесь договорились? Без 15 ведь уже. Ну я что, да он по-твоему? Полпервого на набережной. Ну, набережная-то большая. Нет, ну, это наше коронное место. Мы, если что, здесь всегда пересекаемся. Степ, а если они просто не придут? Как-то не придут. Ну, может, случилось что? А что могло случиться? Ну, я не знаю. Вот не знаешь и молчи. Степ. Чего? А вдруг они тебя просто разыграли? Трофим, блин, это как понимать? Что понимать? Это что, развод, что ли? Какой развод? Тупой развод! Слышь, Печка, мы что-то не понимаем, ты сейчас вообще о чем? Какого черта? Мы договаривались встретиться возле кинотеатра. Я приперся с Анжелой, как дурак. Блин, точно забыли. Слушай, Степ, извини, у нас просто все переигралось. Что переигралось? Ну, Макар резко позвонил. Он там от скуки загибается, он в палате один. Ему даже потрещать не с кем. Ну вот мы и с Трофимом решили его навестить, ну. Нормально, да? А мне не судьба была сообщить там, нет? Нет, Степ, ну понимаешь, мы бы с радостью, но только как? Как-нибудь, я не знаю. Ну мы тоже не знаем, ты же у нас один без мобила. Как говорится, последний из магикан. Ну ладно, Степ, извини, мы правда не хотели. Да я-то что, просто у Анжелки ноги замерзли, и мы полчаса на бульваре простояли, мерзли. Мерзли? А как же любовь? Она что, не грела? Да пошли вы! Ладно, Печка, ну... Ладно, сухой, смотри, что я нашел. Чёрт. О, привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. О, вообще-то эту девушку зовут Рита. Я знаю. Ну, если знаешь, можно нормально поздороваться. И Даля воспитывает. Значит, окончательно поправился. Да, да нет, он такой всегда был. Ну так, порода. Макс, это тебе. Что это? Морс клюквенный. Я его сама сделала. Между прочим, чистый витамин С. Ну, Макс, о тебе врачи так не заботятся. Ну так. Завидую. Ладно. Молодежь, я пойду. Я думаю, что вам без меня будет веселее. Ну, хоп. До свидания. А, папа? Да. А что главврач сказал? Говорит, что через пару дней с вещами на выход. Ну, а если еще морсу попьешь, то, я думаю, и раньше. Алло. Где-где? В больнице, я же сказал. Что? Слушайте, вы меня со своим Воронцовым достали. Какая газета? У нас что, в городе появились подпольные издания? Ну так выйдите на главного редактора и разберитесь с ним. Что вы мне все время трезвоните?
Ну, а ты как? А, я нормально. Вижу, любят тебя родители. В смысле? Ну, еды понатаскали, как будто ты здесь еще год лежать будешь. Да ладно, друзья вчера заходили. Понятно. Слушай, ну а что ты погрустнела? С чего ты взял? Не знаю, мне так показалось. Макаров, тебе показалось. Ну, а когда кажется, надо что? Креститься? Нет, целоваться. О, Степка! Привет! Привет! Ну, что случилось-то? Что стряслось? Да так, ничего. Что значит «да так»? У бати что думаешь, времени вагон туда-сюда мотаться? Ты же сказал, что проблема какая-то. А, или что, уже все? Пап, слушай, тут такое дело. Ты не мог бы мне телефон купить? Чего? Ну, мобильный телефон. Зачем? Как зачем? Ну, звонить. Кому? Ну, в деревню. А ты до этого откуда в деревню звонил? С автомата. Ну и звони дальше с автомата, или что тебе, пулемет что ли нужен? Ну, а друзьям на мобильные? Сейчас же с автомата дорого будет. Каким друзьям? С Уворосом, что ли? Ну да. А что им звонить? Вы все время вместе, даже кровати рядом стоят. Ну, а когда мы в увольнение идем, мы же расходимся, ну и бывает надо созвониться там. Вот один раз мы договорились встретиться на катке. Степа, какой черту каток? Ты полтора года без мобилы был? Ну, был. Ну, и что? Не умерший, правильно? А наоборот еще возмужал. О, какой богатырь у меня. Ну, пап, ну просто у нас уже все с мобильниками ходят. Ну, пусть ходят, если им здоровье по барабану. Да от этих мобильников же вред один. Там же радиация. Откуда там радиация? От верблюда. Телевизор смотреть надо. Там же эти волны, они ж на мозги действуют и на эту импотенцию. Пап, что ты такое выдумываешь? Да ничего я не выдумываю. У нас он месяц назад Курбыка купил эту гадость, а теперь все, разводится. А? Мобила есть, а семейного счастья нету. Ну, пап, ну пожалуйста. Так, не папкой. Я еще внуков хочу понянчить. Ну, пап. Так, все, разговор окончен. Значит, не купишь, да? А мне что, по второму разу объяснять, да? Ха-ха, смотри, что я тебе принес лучше. Ты по... Степка, ты чего? Обиделся, что ли? Ну ничего, подрастет, поймет. Хочешь сделать свой телефон более музыкальным? Отправь смс на короткий номер 5775. Печка, ты что переключил? Так там же реклама. Ну и что, я мелодию хотел скачать. В следующий раз закачаешь. Оставайтесь с нами. Изумительные по красоте наскальные рисунки были найдены... Да блин, Печка, ты задрал уже щелк. Да это они уже задрали. Сплошная реклама. Вольно сидеть. Перепечка, а ты чего расселся? Тебя там отец ждет на КПП. Отец? Я что, не по-русски сказал? Никак нет, но просто он это... Утром уже был. Был, да забыл. Давай, давай, бегом. Нужно сначала изобразить его. Живописное изображение продолжайте. Или оленя, проткнутого копьем, согласно верованию первобытных людей. О, садись. Где ты ходишь? Я тебя уже полчаса жду. Зачем? Затем, что мы утром-то не договорили. Почему не договорили? Потому что ты убежал. От родного отца, а? А я за тебя-то, Степка. Да что хочешь? Тебе надо харчи, пожалуйста. Мы с матерью тебе по три сумки таскаем, а? Деньги на карманные расходы, пожалуйста. Телефон тебе приспичило. На тебе телефон. Какой еще телефон? Какой? Такой, мобильный. Ты ж просил? Ну да. На, держи. Ух ты! Это, ну, как... Это мне? Нет, корове нашей. О. Кайца? Ага, спасибо большое, папочка. Пожалуйста, а то бегает он. А что он какой-то потрепанный? Он что, не новый? Ну да, немножко БУ. Я же на рынке брал. А тебе прямо надо, чтоб муха не сидела, да? Ты на рынке брал? Ну да, ну на рынке-то дешевле. Ну давай, звони. Куда звонить? Куда, в деревню.
Проверим, как он фурычит. Так он же еще не подключен. Куда не подключен? Ну, к сети. Ты мне денег еще дашь? Зачем? Ну, чтобы я его подключил. А что еще за подключение денег платить надо? Ну да. Так, нормально. Значит, за телефон заплати, за подключение заплати. Еще ж, наверное, и разговоры денег стоят, да? Это не телефон, сынок. Это пылесос. Он же все деньги высосет. Так это, ну, пап, ну ты мне денег дашь? Ой, на. Но смотри, Степка, если тебя к 20 годам вот там вот на пол шестого будет, я к тебе, тебя к врачам таскать не буду, понял? Вот так и знай. На, лучше, харчи не забудь. Угу. Давай. Пока. Давай. Трофим, ну что ты паришься, а? Ну пешка по-любому не проходная. Слышь, Синицын, будешь играть, будешь вещать, понял? Пусть сам думает. Ганжел, конечно. Отлично. Слушай, а ты в следующую субботу что делаешь? О, слушай, а может в кафешку сходим? Да. Ну, ты тогда звони сюда. А чего тебе неудобно? Это ж мой номер. Звони в любую секунду, в любую минуту. Да, ну все, давай, пока, целую. Слышь, Печка, я что-то не понял. Ты что, трубой обзавелся? Так, Сухой, это у тебя труба, у меня мобильный телефон. Да ладно тебе, дай зазырить-то. Так, тихо, тихо, налетели. Не все сразу. На, только аккуратно. Слышь, пацаны, реальный агрегат. С фотиком. Ты где такой нарыл-то, а, Печка? Мне батя купил. Слушайте, да, пацаны. И менюшка тут классная. Тут еще MP3 и Bluetooth. Я же ему сказал, купи самую последнюю модель. Печка, у тебя что, батя олигарх, что ли? Почему? Ты что, думаешь, что мы нищие, что ли? Ну-ка, мобильный на родину. Ну ладно тебе, Сухой, что там? Продали корову, купили телефон. Никакую корову не продавали. Вот, блин, уже заляпали. Слушай, Печка, ну тогда тебе придется костюм за 1000 баксов покупать. В смысле? Как? Ну, у нас же соответствует статусу своего телефона. Завидуйте, да? Ну, завидуйте, завидуйте. Какой у тебя хоть номер, Печка? Номер? А я это... Ну, номер сотового, тормоз. А, да я это, я еще не подключился. В смысле? А как же ты Анжелке-то звонил? Так я это, я прикалывался. Ну это ты панты кидал, да? Пацаны, вы лучше подскажите, где у нас можно тут подключиться? У нас где угодно. Розеток валом, подключайся в любую. Дураки. Ходи, Трофим. Слышь, Синица. А у тебя время есть? Ну, сейчас китель дочищу, появится. Слушай, я просто думал, может быть, ты мне поможешь с подключением? Не, Печка, извини, я сим-картами не торгую. Да я не в этом смысле. Просто я думал, может быть, мы вдвоем сходим. Ну, ты мне покажешь, где здесь лучше подключиться, а? Ну, хорошо, давай. Давай в следующую субботу обязательно сходим. Потерпишь недельку? Ну, я думал, это... Что это, Печка? Ну, еще время до конца вала есть. Может быть, сейчас выскочим. Печка, ты что, рехнулся? Ну, а чего? Там, говорят, все быстро делают. Ну, тем более, сегодня воскресенье и вечер. Не, ну это к Василюку опять идти. Я уже сходил. Он отпускает. Ну, Синица, где там батя колбасы сыровяленые привез? Оставь ее себе, положишь на баланс. Ну, что сидишь? Давай, пошли, только быстро. Печка, а давай быстрее, что ты там плетешься? Ну ты же сам сказал, что они там допоздна работают. Они-то допоздна, наш КПП не допоздна. Слушай, Синица, а им 500 рублей для начала хватит? Хватит, хватит, но главное, чтобы паспорт был. В смысле паспорт? Подожди, у тебя что, паспорта с собой нет? Нет, а что, надо? Зашибись, Печка, как ты собрался трубу подключать, а? Блин, Печка, ну как так можно, а? Нет, ну ты хотя бы предупредил, я бы тогда взял. Что предупредил, Печка, тебе сколько лет? Ты выходишь в город, но паспорт должен быть с собой. Вот, видишь? Не, ну я что, дурак, что ли, с собой паспорт таскать? А вдруг потеряю? Он у меня в тумбочке лежит. Вот и подключайся к своей тумбочке. Синиц, подожди. Что? Слушай, а можно на твой паспорт зарегистрироваться? Чего? Ну, я денег дам, а ты паспорт.
Печка, забудь. Все, давай, через неделю придем, пошли. Синица, ну пожалуйста, а? Ну я что, как дурак целую неделю буду, да? Телефон есть, а позвонить я не могу. Но у меня там сыровяленая колбаса есть. Печка, скажи, а что ты вообще меня дернула? Что ты к Трофиму не подошло или к Сухому? Да они бы сразу послали. А я, значит, не послал бы? Нет. Синица, ну ты же добрая, а? Ну пожалуйста. Ну ладно, пошли. Таким образом, основное применение соединений на основе фурана – это фармацевтика. Угу. Соболев, достаточно про фуран. Расскажите нам про другие гетероциклы. Слышь, Сухой, а я знаю, что такое гетероциклы. Мотоциклы с гетерами? Откуда ты знаешь? Труднее догадаться. У тебя же мысли все в одну сторону. Значит, также распространены пентациклы с атомами серы и азота. Угу. И как они называются? А пентацикл серый называется теофен, но это весьма распространенное соединение и входит в состав некоторых белков. Подождите, про теофен. Пентацикл с азотом, как называется? Пурин? Нет, не пурин. Пиридин? Нет, не пиридин, близко, но неправильно. Виталий Петрович, ну честное слово, из головы вылетело. Понимаю, вспоминайте. Пиролы. Тишина в классе. Я уверен, что Соболев прочитать в учебнике и сам сумеет. Соболев, ну что, вскочила обратно? Что? Ну, то, что выскочило. Соболев, вы же утверждали, что готовились к уроку тщательно. Виталий Петрович, ну, не помню я. Уверены? Вон товарищи вам подсказывают. Пи... Я не помню. Ну что ж... Не обессудьте. Три. Слышь, Кирюх, подожди. Ну чего тебе еще? Знаешь, я тогда реально подсказывал. Извини, не расслышал. А на листке? Прости, не рассмотрел. Ты сейчас на меня обижаешься, да? Я на тебя? А из-за чего это я должен был на тебя обидеться? Кирюх, подожди, вы на меня тоже гнали. Говорят, там Макару какой-то компот дал. Это фигня полная. А ты, значит, на меня стрелки перевел, да? Какие стрелки? Ты же реально грозился. Прикольный ты чувак, Сырников. Ты при немцах бы в полиции служил, а потом по окончанию войны бы с легкостью отмазался. Чего ты сейчас этим хочешь сказать? О, ну-ну, давай, врубай дурака. Это у тебя хорошо получается. Кирюх, ты реально захотел один остаться, да? Ты Омара Хайяма читал? Так вот, уж лучше одному, чем вместе с кем попало. Алло. Алло, да. Кто это? Ну да, определился. Слушай, ты что, делать нефига, что ли, а? Да не буду я никуда перезванивать, а? Все, пока. Я сказал пока. Кто звонил? Ленка? Это я звонил. Печка, ты что, больной? Или Рокфеллер? Не понимаю, тебе что, делать нефига, а? Куда идти нельзя, что ли? Так а я так, просто, ну, чтобы у него мой номер высветился. А на бумажке написать не дано? Так это, ну, так же удобней. Ну да, Печка, тут ты прав, это удобней. Слушай, Печка, а давай ты еще и мне позвонишь, а? Говори номер. Значит так, записывай. 7-9-6-6... 3-2-5-4-1-1. Ну, все? 4-1-1. Ага. Лови звонок. Давай. Не понял. Алло? Ой, а кто это? Извините. Сухой, что ты мне за номер дал? Что, нормальный номер. Я не знаю, что ты там набираешь. Так там мужик какой-то больной. Так, я не понял. Кому здесь делать нечего? Я еще раз спрашиваю, кто мне звонил? Что на меня так смотрите? То они ржут, как кони, а то овечками прикидываются. Вы что думаете, я не вычислю? Так. Так, Перепечка.
Ну и что ты хотел, Перепячка? Так это, ничего, товарищ прапорщик. Ничего? А я уж подумал, что ты наряд с доставкой решил заказать. Ну-ка, марш за мной. За мной, я сказал. Товарищ прапорщик, ну я случайно... Марш за мной! Козлы. Так что без английского, братцы, сейчас никуда. Ну, с одной стороны, ты прав. Не, подожди, а с другой? А с другой? Мне вчера вот Ксюха звонила из Лондона, рассказывала. Прикиньте, едут они на автобусе по Лондону. И она просит водителя остановить пораньше. А он, ну, ни в какую. Она говорит, я сначала думал, он на принцип пошел. И только потом врубилась, что он, оказывается, по-английски. Ну, нифига не понимает. Как не понимает? Ну так, эфиопом оказался. Да, кстати, у них же там этих эмигрантов пол Лондона. Слушай, подожди, а как он тогда живет так, без английского? Клево живет, они там еще права умудряют скачать. Так, не понял, Гаврик, это кто тут на столе расселся, а? Слушай, ну пугал-то, а? Ну как ты? Пока нормуль, жить буду. Похудел. Какой похудел? Лежишь там пластом, только жрешь и в ящик пелишься. Клево! Клево, Степка, могу тебе посоветовать одну бабушку, она тебе быстро больничный отпишет. Не, не надо, нас и здесь неплохо кормят. Как же мы рады тебя видеть. Люди, мужики, по вашим рожам тоже соскучились с печками. Это что за митинг, а? О, Макаров, ты что ли? Товарищ майор, Суворец Макаров. Отставить. Ну, здравствуй. Здравствуй. Поправился? Никак нет, выздоровел. Ну, слава богу. Ну что ж, раз все в сборе, есть повод побеседовать. О чем, товарищ майор? Выходите, строится, узнаете. Бегом. Равняйсь. Отставить. Равняйсь. Отставить. Синхронно головы поворачиваются. Равняйсь! Смирно! Вольно! Значит так, третий взвод. У меня к вам только один вопрос. Скажите мне, пожалуйста, где вы все учитесь? Я, по-моему, вопрос задал. Товарищ майор, а что значит, где мы учимся? А то и значит. Вот ты, Трофимов, например, где учишься? Ну, где? В Суворовском училище. Отлично. А ты, Перепечка? Тоже. Что тоже? В Суворовском. Хорошо. Ты, Сухомлин? В Суворовском. Отлично. То есть вы все учитесь в Суворовском, да? Я ничего не путаю? Ну, конечно, товарищ мэр. А зачем вы спрашиваете? Зачем спрашиваю? Потому что я иногда начинаю сомневаться. Я иногда начинаю думать, что работаю в училище имени Ги де Мопассана. Ничего смешного. Все наоборот, очень даже грустно. Вы посмотрите на себя. У вас ведь только три проблемы. Это бабы, бабы и еще раз бабы. Вы зачем сюда поступали? Свои проблемы с девочками решать? Один у другого суженую отбил. Еще один просит свою подружку в казарме поселить. Товарищ майор. Отставить. Вы что, братцы, забыли про торжественную клятву суворовца, которую на плацу давали? Вы в чем там клялись? Служить делу Казановой? Значит так, предупреждаю вас всех в последний раз. Никаких больше закидонов в эту сторону не потерплю. Все ваши амурные дела, пожалуйста, вот там вот, за забором. Еще раз напоминаю, здесь Суворовское училище, здесь женщинам не место. Так, я смотрю, кому-то все-таки весело. Товарищ майор, ну вы извините, просто... Что? Просто к вам пришли. Кто там? Товарищ майор, извините, пожалуйста, я, наверное, не вовремя. Да нет, нет. Ну что вы, Софья Константиновна, мы просто тут обсуждали в общих чертах, так сказать. У вас найдется для меня минутка? Или, может быть, мне попозже зайти? Ну что вы, зачем попозже? Конечно, секундочку. Так, взвод. Разойдись, готовимся к ужину. И каждый подумает над тем, что я сейчас сказал. Чего стоим? Разойдись. Что это такое, Сухомлин? Я... Простите. Ничего, ничего. Присаживайтесь, Софья Константиновна. Благодарю. Прошу. Благодарю.
Чай, кофе. Ух, у меня тут даже печенье есть. Ой, спасибо. Спасибо, не надо. Так чай замечательный, зеленый, с жасмином. Ой, да я за рабочий день столько этого чая выпью. Что, разве вредно? Ну, столько, сколько я, конечно, вредно. Ага, ну, тогда и я не буду. Павел Павлович, я к вам с вопросом. Слушаю вас. Я смотрю, Макарова уже выписали? Так точно, сегодня. А как вы считаете, вот этот случай с отравлением, это случайно не эхо его проблемы? Да нет, там совсем другое дело. Я бы даже сказал, нелепая случайность. Ну, чё там? Ты чё ты сю-сю, ля-ля? Чай предлагает пить. О-о-о. Ты тише, вы, ничего не слышно. Ничего себе, бывает же такое. Да, вот бывает, оказывается, и такое. А вы знаете, я вот тоже иногда приду домой, сяду перед телевизором, возьму пакетик и щелкаю, щелкаю, щелкаю. Ну, вы же, наверное, семечки сами жарите? Да нет, покупаю. А вот, как оказалось, небезопасно. Да уж, да уж. Ну, слава богу, что все так благополучно закончилось. Софья Константиновна, а вы какие фильмы предпочитаете? В смысле? Ну, вы же сказали, сяду перед телевизором, кино смотрю. Вот я и спрашиваю, какие фильмы вас интересуют? Павел Павлович, а вы зачем спрашиваете? Ну как, вы же мое приглашение на психологический триллер проигнорировали. Вот я и думаю, на комедию вас приглашать. Павел Павлович, скажите, мы сколько с вами в этом училище работаем? Ну, дай бог. Ну, вот видите? А с чего это вы вдруг начали мне знаки внимания оказывать? Ну как, лучше уж поздно, чем никогда. К тому же, вы же не замужем. Слушайте, по-моему, он ее клеит. Ну, вообще-то у меня взрослая дочь. Ну и что? У меня тоже взрослая дочь. Они нам что, помешают в кино сходить? А, ну, да бог с ним с кино. Может, в театр сходим. Я вообще-то, честно говоря, даже и не помню, куда обычно приглашают. Ну, не знаю. Я подумаю. Может быть, в следующий раз. Софья Константиновна, давайте я вас провожу. Шухин! Так что, Софья Константиновна, если что, я на месте. А, да-да, я все поняла. Угу. До свидания, ребята. До свидания. До свидания. До свидания. Вы что мне тут устроили, а? Так а что такого, товарищ мэр? Кто тут скребется, как мышь? Вам что, нравится целоваться с дверью? Ну а с кем еще целоваться, товарищ майор? Вы же сами сказали, вы в Суворовском училище, и женщинам тут не место. Так, Трофимов! Есть два наряда, товарищ майор. Отставить! А ну, марш на ужин. Есть. Акселераты. Добрый вечер. Здравствуйте. Майор Смирнов, ваш участковый. Скажите, пожалуйста, Илья Сергеевич Синицын здесь проживает? Так точно. Но он сейчас в Суворовском училище. А что случилось? Разрешите войти. Да-да, пожалуйста. Сереж, а что случилось? Да вот пока не знаю. Я так понимаю, вы его родитель? Да. А что случилось? Скажите, у вашего сына есть сотовый телефон? Конечно, есть. А что? А как он к нему попал? Что значит, как попал? Вы объясните, в чем дело? Понимаете, этот телефон оказался краденым. Как краденый? Майор, ты ничего не перепутал? Я ничего не перепутал. Подождите, как такое может быть? Мы этот телефон ему подарили на день рождения. А где вы его взяли? Как где? В магазине купили. А вы уверены? Да что значит уверен? Товарищ майор, все-таки со взрослыми людьми разговариваете. Но у нас тоже не дети работают. Сереж. Так, подожди, секунду. Вот, чек, коробка, пожалуйста.
Вопросы есть? Подождите, подождите. Это не тот телефон. Как не тот? У нашего сына один телефон. Ну, значит, вы, наверное, не все знаете. Австралия – развитая индустриальная страна. Значительную часть валового внутреннего продукта Австралии дает промышленность. Сухой, представляешь картину? Кенгуру толпами валят на завод. Жуткое зрелище. Так, что там такое? Сухомлин. Я. Какие еще отрасли хорошо развиты в Австралии? Ну, сырьевая, я думаю. Я тоже так думаю. Ну? Что? Что добывают в Австралии? Железную руду, цинк, медь. Так, Сухомлин, достаточно, садитесь. Дальше, я вижу, рвется перепечка, прошу. Бокситы. Это мы уже слышали. Дальше. Ну что, перепечка, на бокситах полезные ископаемые Австралии, я вижу, иссякли, да? Наверное, да. Ой, перепечка. Привет, пап. Здравствуй, сын. Что случилось? Случилось. Только это ты мне должен рассказать, что случилось. В смысле? Илья, к нам вчера приходила милиция. Не догадываешься, почему? Нет. Скажи, зачем тебе понадобился второй телефон? Какой второй? Так, Илья, мне нужна только правда. И чем быстрее, тем лучше. Ой, стоп, а я как раз тебя ищу. А что меня искать? Я здесь. Слушай, тут такое дело неприятное. Даже не знаю, как тебе сказать. Так что, дискотеку отмени? Да нет. Ну а что-то? Там все остальное по барабану. Это по поводу твоего телефона. В общем, я сам только что узнал. Он как бы это... Короче, его украли. Как украли? Да не у тебя украли, а у кого-то украли. И тебе, ну, и, вернее, бате твоему. Короче, краденая труба, ясно? Кто тебе такое сказал? Да не мне, а моим предкам. Там милиция пришла, они все вычислили. Степа, телефон придется вернуть. Как вернуть? Кому вернуть? Ну, вероятно, тому, у кого его украли. Так а я-то здесь при чем? Стоп, я не знаю, кто здесь при чем, но труба ворованная, понимаешь? Синица, ты что, долбанулся, что ли? Чего ты несешь? Я никому ничего не собираюсь возвращать, понятно? Да ладно, Стоп, успокойся, я тебя понимаю. Да ни черта ты не понимаешь, батя за нее бабки выложил. Да что ты на меня орешь-то, а? Меня тоже влетело. Между прочим, на мой паспорт оформлено. Стоп. Слушай, все равно придется вернуть его. Слышь, Печка, ты погладил форму, а утюг там оставил ключным. Он тебе еще нужен? Степ, алло. Степ, у тебя случилось чего? Ничего. Степ, что случилось? О, Макар! Трофим не видел? В буфете он торчит. Слышь, Сухой, что с Печкой? А ты что, не в курсах? Нет. Ну ты даешь. У него же телефон изъяли. Кто? Да блин, там целая история. Что, Печка, грустишь? А что ты хотел? Ой, я слышу, у тебя с телефоном какие-то проблемы. Нет. Что нет? Нет телефона, нет проблем. Слушай, Печка, а ты не против, если я тебе одну проблему подкину? Какую? Ну, такую. На, держи. В смысле, что это? Ну, ты что, полдня без телефона ходишь, уже забыл, как выглядит? Макар, это что, мне? Тебе, тебе. Да не бойся ты. Ну, он не краденый. Я с ним год хожу, и никто не предъявлял ничего. Не, Макар, я так не могу. Как так? Ну, просто так. Ну, считай, что я тебе его на обезник подарил. Я же в августе не попросил тебя в деревню. Не, Макар, все равно, я так не могу.
Ну ладно. Тогда придется выкинуть его. Эй, подожди, как ты выкинул? Вот так? У меня же два телефона. Как два? Вот так. Я своему решил апгрейд сделать. Где он? Вот он. А старушка решила отдать в хорошие руки. Ну, раз ты не хочешь... Не, ну, подожди, раз так, тогда я возьму. Серьезно? Угу. Ну, спасибо, печку уважим. Да тебе спасибо, нет за что. Да? Ну, можно и так, да. Значит так, дамочки, мадамочки, все поняли, как вести себя на дискотеке? Да! Тогда проходим. Девушка, вот вы, можно вас на секунду? Меня? Ну да. Вы же Рита, я не ошибаюсь? Да. А что-то случилось? Можно с вами побеседовать? Конечно. Давайте отойдем. Скажите, Рита, вы сюда кому пришли? К Макару или к Соболеву? Не поняла. Да боюсь, вы все прекрасно понимаете. А какая разница, к кому я иду? Есть разница. Вы пришли, хвостом вильнули, ушли, а здесь потом, знаете, что начинается? А что здесь начинается? Рита, давайте рассмотрим эту ситуацию трезво. Парни живут в мужском коллективе, и у них здесь все ой как непросто. А, простите, как вас? Майор Василюк, Пал Палыч. Товарищ майор, а при чем здесь я? Да при том, вы определитесь, пожалуйста, кому вы симпатизируете. И лишний раз подумайте, стоит ли вам вообще здесь появляться. Павел Павлович, а с чего вы взяли, что я хвостом виляю? Девушка, я работаю офицером-воспитателем знаете сколько лет? Вас, наверное, еще на свете не было. И повидал здесь всяких. Поймите, им учиться надо. Товарищ майор, мне здесь что, вообще нельзя появляться? Запрещать я вам не буду. Хотя мог бы. Сами разберетесь. Вы, девушка, не глупая. Товарищ майор... А с чего вы взяли, что я не глупая? Может быть, я дура набитая? Да нет. В дуру набитую Макаров бы не влюбился. Привет, ребята! Привет! 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 Привет. Привет. А ты что такого? А Соболев где? А зачем он тебе? Нужен. А вон! Кирилл! Соболев, можно тебя? Ладно, мужики, пойдемте отсюда. Нет, стойте, ребята. Я хочу, чтобы вы здесь были. Кирилл, в общем, я хочу попросить у тебя при всех прощения. Может быть, я вела себя как-то не так, или вела себя в чем-то двусмысленно. Если ты хочешь быть моим другом, оставайся им, но я хочу быть с Максом. Ну и что все рты раскрыли? Мы сюда танцевать пришли или что? Я лично их поддержу. Конечно, давай танцевать. Рит. Что? Ну ты вообще, я в шоке. Серьезно? Ну да. Я бы так не смог. А хочешь, я тебя еще раз шокирую? Ну попробуй. Тебе фамилия Воронцов о чем-нибудь говорит? Ну, говорит. И кто это? Да так крендель один. Ну, он с моим отцом год назад в мэр баллотировался. Ну, у них там до сих пор какие-то терки. Ну, в общем, редкостный упырь. А что ты вдруг о нем заговорила? Этот редкостный упырь, как ты сказал, мой дядя родной.